Александр показывает возможности нашей новой версии приложения с нейронной сетью, которая определяет минералы на изображении. Соответственно, Александр поместил мономинеральную выборку хромдиопсида на специальном хромакее, и нейросеть определила, что это хромдиопсид. Далее мы можем сохранить полученный снимок. Для этого мы нажимаем, у нас уже прописалось, что это хромдиопсид. Мы также ставим галочку. Можем поставить галочку, что это было успешное определение. Нажать сохранить изображение. И подожди, пока у нас что-то подумает. Можем это изображение загрузить, например, на Google диск. Полностью размечены, как видно в названии, есть уже разметочка. Ну вот, например, на Google диске у нас есть такая папочка, сюда подгружаются все новые снимки. Вот снимок подгрузится. Итак, Александр меняет хромдиопсид, возьмет сейчас другой минерал. Я пока пишу, что еще есть по функционалу. Можем выбрать разные камеры. Например, у нас еще подключено две USB камеры. Наш покорный слуга и Александр. Также мы можем задать, в зависимости от того, что у нас регулируется высота камеры, меняется немножко масштаб, можно вручную прописать масштаб в метрах. Выбрать цвет хромакея, который используется. У нас используется зеленый. Можно вообще без хромакея. Давайте попробуем на других минералах. Кварц, в принципе, опять успешно определила. Так. Ждем. Берилл.